Ну, Геральт, что с ним может быть? Лежит, должно быть, на дне Понтера вместе с этой своей мандолиной. С лютней. По мне, так пусть себе там гниет хоть с Валторной. Какой-то ты резкий стал. Тебя что-то беспокоит? Ах, прости. Понимаешь, с тех пор, как у меня начался климакс, случаются такие приливы. И я сильно нервничаю. Дикстра, у мужиков климакса не бывает. Ты же знаешь. Знаю, болван. А еще я знаю, что срать ты хотел на мои проблемы. Зачем пришел? Ты видишь меня насквозь. Мне нужна работа. Я думал, ты подбросишь мне заказ монстра какого-нибудь. Да. Пожалуй, ты мог бы мне помочь. И тогда бы я, например, поспрашивал о Лютике. Выяснил бы, что с ним стало. Я так понимаю, кроме сведений о Лютике, ты мне еще и денег дашь? Ничего не бывает даром, да? Интересно, когда тебя Эмгыр нанимал, ты был такой же языкастый? Кто тебе это сказал? Как кто? Эмгыр? Ха-ха. Не буду же я выдавать моих информаторов. Это было бы очень непрофессионально. Но хватит сплетенок. Да заплачу я тебе, заплачу. Ну так что, я могу на тебя рассчитывать? Может, и помогу. В чем дело? Чем говорить, проще показать. Образ стоит тысячи слов и так далее. И ты, разумеется, понимаешь. Если ты разболтаешь про то, что видел, заработаешь перо под ребро. Ясное дело. Замечательно. Последняя просьба. Точнее, рекомендация. Не вынимай меча из ножен, покуда я не скажу. Прошу следовать за мной. Перестань сию же минуту! Я плохой. Из-за меня усоединение со мной. От того, что ты бьешься головой о стену, ничего не изменится. Барт болит. Барт, меньше думать. Меньше думать. Меньше грустный. Откуда ты вытащил этого тролля? Из Зерикании. Я выиграл его в карты у торговца верблюдами. Шутки у тебя одна лучше другой. Ты видишь, чтобы я улыбался? Я абсолютно серьезен. Барт стерег горбатых коней. Там жарко. А Сиги забрал Барта. Сиги добрый. Я вижу, что с троллем ты отлично ладишь. И зачем ты меня привел? Видишь дыру? Мы к ней еще вернемся. А за этой дверью сокровищница. До недавнего времени полная новиградских крон и других драгоценностей. Я стерег, но было бум!
и нету шамны. В переводе на человеческий, кто-то свистнул у меня почти 20 тонн золота, не считая мелочи. А ты поможешь мне их отыскать. Почему ты сам этим не займешься? У тебя вроде есть знакомство в местном преступном мире. Зачем тебе еще и ведьмак? Видишь ли, эти деньги принадлежали не только мне. Скажем, я содержу некий банк для посвященных. По понятным причинам я не хочу, чтобы вести о моих проблемах разошлись по городу. Именно поэтому мне нужна помощь со стороны. Откуда уверенность, что мне можно доверять? Нет у меня такой уверенности. Я рассчитываю на твой инстинкт самосохранения. Потому что если ты меня подведешь, я тебя убью и скормлю Барту. Барт, неприятно. Работа такая. Хорошо, я тебе помогу. Не вижу энтузиазма. Это все из-за ведьмачьих мутаций. Нас же лишают эмоций. Иначе я бы прыгал от счастья. Ладно, мне надо осмотреться. Но сперва у меня есть пара вопросов. Я весь внимание. А сколько все это добро стоило? Так, более-менее. А что? Хочешь прикинуть премиальные? Не надейся. Я тебя слишком хорошо знаю. Я просто хочу понять, что ищу. 3 ящика нильфгаардских флоринов, сундук изумрудов, рубинов и топазов, серебряные канделябры и блюда. А, долго перечислять. Вся шамна. Кто-то видел, что произошло? Кроме Барта? Нет. Об этой сокровищнице знали только совладельцы казны. Ну и воры. А в день нападения в самих банях ничего подозрительного не случилось? Гопен клялся, что все было спокойно. Постоянные посетители, никаких эксцессов. Гребаная идиллия. Я так понимаю, воры пролезли через дыру у тебя за спиной? Рад твоей сообразительности. О чем еще спросишь? Какой нынче год? Как зовут короля Редании? Нет. Но мне, например, непонятно, как эта дыра тут появилась. Ее не было. А потом бум! И была. Барт хотел увидеть, но не увидеть, а спать. Потому что злые грибы. Бум? Поясни. Бум! Такое... большое. Я поясню. Взрыв разнес стену, отделяющую каналы от сокровищницы. Я вижу, ты отлично находишь общий язык с троллем. У меня большой опыт. Я всю жизнь работаю с идиотами. Какие еще злые грибы? Плесень попса. Ее споры настолько ядовиты, что всего пара вдохов, и тебе конец. Только тролль, может быть, продержится. Барт тролль! Может быть! Я не тебе говорю, баран. О чем бишь я? Ах да, плесень. Так вот, в каналах за сокровищницей ее очень много. Я думал, это будет дополнительной защитой. Но воры ее как-то обошли. Ты видел их, Барт? Как Барт вышел из дыры смотреть, что бум! Вдохнул гриб и заснул, и нету шамны! Ладно, ладно, не расстраивайся. Ты пробовал пойти по следу воров? Разумеется. Взял одного бугая, Фонса. Он так туп, что вопросов не задавал. Приняли мы с ним по антидоту против попса и пошли в стоки. А минутой позже я вернулся один. Что случилось? Парень стал страшно рыгать. Так что эхо шло. Говорю ему: Фонс, перестань. Ты все-таки в обществе графа. Бывшего, но все-таки. А потом он блеванул. И остался без антидота. Я пытался его вытащить,
но услышала такое бульканье, и что-то вылезло из воды. Я ценю жизни своих людей, но свою еще больше, так что бросил я Фонса и рванул к выходу. Можешь описать это что-то, которое вышло из воды? Нет. В каналах полно разной дряни, там ничего не разглядишь. Ну, что-то ты наверняка заметил. Нет, не заметил. И не провел предварительного таксономического анализа. Я драпал со всех ног. Ну, пора осмотреться в каналах. Есть у тебя еще антидот против попса? Да, пара ампул. И формула на всякий случай. Отвратительная бурда, откровенно говоря. Но работает. Прошу. Спасибо. Не за что. Буквально. Если ты тут задохнешься, мне от тебя пользы не будет. Пойду-ка я наверх. А то, как взгляну на пустую сокровищницу, сердце ноет. Ну, удачи. Ох, Лютик, что ты ввязался? Края трубы выгнуты наружу. Что-то разворотило ее изнутри, заодно вырвало кусок стены. Похоже, тут сходятся все сточные трубы из бани. Думал, ведьмачи. Сырый мерзость. Что, драться расскажешь?
Об этом Дикстра не говорил. Значит, он из команды Лютика. Здесь повсюду блевотина. Видимо, он тоже выделенно шел антидот туда. И тоже не смог его удержать. Это бугай, о котором говорил Дикстра. Надо сжечь эти трупы. Иначе утопцы так и будут сюда сползать. Ну вот, может теперь утопцы пойдут пировать в другое место. Очередная побрякушка. Прут к пруту. Через такую решетку ни хрена не протолкнешь. Прут к пруту. Через такую решетку ни хрена не протолкнешь. Куски труб. Какой же был взрыв, если они досюда долетели? Решетка из трубы. Взрыв смял ее, как картонку, по краям остались следы раствора. То есть до взрыва ее не снимали. Ее вырвало из стены ударом. Следов магии не чувствуется, значит, это была бомба, не заклинание. Но почему нет ни следа взрывчатки? Может, тут все смыло? Уже близко. Донышко сосуда покрыто рунами и оплавлено, возможно, взрывом. Должно быть осколок бомбы. Пахнет как масло виверны и карамель. Больше я тут ничего не узнаю. Пора возвращаться к действию. Золотой. Тут следы заканчиваются. Видимо, Лютик погрузил казну на лодку.
тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Я уже облазил все каналы вокруг сокровищницы. Ну и как? Что ты узнал? Я нашел тело одного из воров. Его стошнило от антидота, как этого твоего Фонса. Прекрасная смерть. У него было что-нибудь при себе? Ничего особенного. Пустой флакон. Будь он важной персоной, его бы так не бросили. Значит, обычный носильщик, такие ничего не знают. Мертвый след. Буквально. Сокровища высыпались из ящиков, так что я смог пройти по следу воров. Знаешь, в той сказке, с крошками. Припоминаю. Гензель, Гретель, сожжение ведьм. Очень по-новиградски. След вел до самого выхода из каналов и там оборвался. Готов спорить, что ящики погрузили на лодку. Понятно, что не на телегу. Лодку мы не выследим. Значит, это тупик. Похоже, стену сокровищницы разрушила бомба. Посмотри. Дно серебряного цилиндра. Покрыто рунами. Интересно. Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов по запаху. Масло виверны и сахар. Сахар? Геральт, у меня нет настроения шутить. Я не шучу, говорю как есть. В бомбе был сахар. Подумаем. Сахар бурно реагирует с серной кислотой. Но не так быстро, чтобы вызвать взрыв. Бессмыслица. Не знал, что ты разбираешься в алхимии. Кусил немного в Оксенфуртской академии. Но сейчас не время для воспоминаний. Ты казну мою ищешь, а не биографию составляешь. Узнал еще что-нибудь о бомбе? Бомба взорвалась в трубе, которая выходит из стены рядом с сокровищницей. Но сточная решетка в момент взрыва была на месте. А значит... Заряд подложили изнутри. Точно. Я думаю, что было так. Кто-то вошел в баню, спустил воду в одном из бассейнов и бросил цилиндр в сток. Бомба прошла вниз, застряла у решетки и, как говорит Барт, большой бум. Надо понять, в какой сток бросили бомбу. Это единственный перспективный след. Верно. Гапен ведет книгу посетителей, так что мы поймем, кто был в бассейне в день нападения. А ты неплохо поработал. Благодарю за признание. А, твоя знаменитая ирония. Мне так ее не хватало. Неужели? Угу. Как гвоздей в исподнем. Ну ладно, ты осмотри бассейны справа, я возьму те, что слева. Позови меня, если что-то найдешь. Здесь искать нечего. Опять. Что-то тут плавает. Масло? Серебряная крышка. Похоже, от цилиндра в стоке. Дикстра, иди-ка сюда! Есть что-нибудь? Ага. Фрагмент бомбы. Капен, спускай воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей. Раз, два. Кстати, ты уверен в Гапене? У него доступ к баням круглые сутки, и он мог подслушать, где ты держишь сокровища. У Гапена много недостатков. Он напыщенный павлин, временами ведет себя как настоящий хер, как бы это ни звучало в его отношении. Но он абсолютно верен. Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться в чудовищах, а шпион — в людях. Филиппе Эльхард, ты тоже когда-то доверял. Да.
Но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью. Посмотрим, что тут у нас на дне. Решетка из стока вынута. Значит, сюда и бросили бомбу. Гапен, кто был в этом бассейне в день ограбления? Поглядим. Бертольд Хайнц, городской советник. Йозеф Швейк, генерал. И марграф Хенкель. Хенкель? Быть не может. Марграф Хенкель? Это кто? Скорее, кем он был. Старик принимает земляные ванны с самой зимы. Вот уж кого тут не могло быть в день нападения. Он умер? Я и не знал. Ничего удивительного. Достопочтенный марграф склеил ласты в борделе, одетый в кожаные шмотки. Так что семья похорон не афишировала. Но я-то свое дело знаю. Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен. А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет. Он прошел мимо. Иными словами, ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал. Подумай головой. Тебе же яйца отрезали, а не мозги. А ты, Геральт, займись этим. Повежливей, пожалуйста. Я тебе не мальчик на побегушках. Прости. Я до того привык командовать, что я не замечаю этого. Ладно. И с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля. Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка. Ловчила, которого мы ищем, мог оставить там какие-нибудь следы. Ну, бегом. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ты играешь в гвинт? Играю. Гвинт напоминает политику. Только честнее. Хочешь сыграть партию со старым мастером? Ну давай.
знаешь. У тебя есть минутку? Да. Ну давай. У тебя есть минутка? Да. Может... Ну давай. Thank you.
знаешь. У тебя есть минута? Да. Может, сыграем? Ну давай. Знаешь, у тебя есть минутка? Да. Может. Ну давай. Thank you.
Неплохо. Вижу, у тебя в колоде не хватает эстерада Тиссена. Прими его. Спасибо. Знаешь еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитки с Каятаэлей. Есть один проверенный метод изгнания ведьмы. Вау! Вот ведь. Ведьма? Нету сил. Говорят, какие-то ведьмаки на них шпионят. Пёс тебя ебал! Не давай ему продохнуть! Отдохни. Yeah.
держи. Но! Ведьмак! Ян Вердун, помнишь меня? Ты спас меня от утопцев. Тогда у меня не было гроша за душой, а теперь... Гляди, кошель набит доверху. Ага. Деньгами беженцев из лагеря. Ну как, месть была сладкой? Я думал, ты за наградой. Денег я тебе с удовольствием дам, ты ж меня спас. Но если ты ищешь неприятности, ты их найдешь. Деньги не пахнут, давай. Вот, пожалуйста. Пусть не переводятся. Никогда о твоей помощи не забуду. Откуда ты меня знаешь? Мы виделись давным-давно в Бракелоне. Боюсь, я не помню. Ничего удивительного, ты был ранен. И если бы не забота Дриад, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Это было так давно, что мне кажется, будто все случилось в другой жизни. А может, так оно и есть. Я бы с радостью взглянул на твои товары. Ты играешь в гвинт? А тебе что, не с кем играть? Всегда приятно сразиться с кем-то новым. Ладно. На безрыбье рак рыба. Я даже поставлю уникальную карту. Доставай колоду.